Соединяющие народные категории Мазакири и Кандоши, Кыргызстан. Представляем боксеров Расмагул, Асангулу Султан, национальная сборная команда Кыргызской Республики. Синий Магул Абдужапарову Сергак, национальная сборная команда Кыргызской Республики. Республики Узбекистан 2022 года. Пенелуиза Султан Подруковка, заслуженных тренеров Кыргызской Республики Джарбека Имангазиева, Айбека Байсаякова и тренера Ахназара Кинжибаева. Данным соревнованием готовил заслуженный тренер Кыргызской Республики Кинжибек Акинбаев и тренер Кочурбаева Самакан.
гауды, блядь. Закончился второй раунд. В синем углу играет, отбежав паролу Сарга, мастер спорта. Национальная сборная команда Кыргызской Республики. 1998 года рождения, боксом занимается 7 лет. Бронзовый призер международного турнира Кубок Странжа Болгарии. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской Республики Кенжибека Акербаева. Данным соревнованием готовил Кенжибек Акербаев и заслуживший тренер Кыргызской Республики Айбек Байсаянов. Для награждения приготовится боксером весом более 67 килограмм. Come on!
на награждение приготовиться боксерам весовой категории 67 килограмм. В этом году со счетом 4 победы одержала Абдижапарулу Сергана.